Седьмой класс, 28 серия. Решение задач. Задача первая. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2 и 3? В записи цифры могут быть одинаковыми. На первом месте у четырехзначного числа 0 не пишут. Значит, можно записать 1 или 2. Две возможности для записи первой цифры. На втором, третьем и четвертом месте может быть любая из трех цифр. Три возможности и три. Перемножая возможности постановки каждой цифры, получаем ответ. Ответ 54 таких числа. Задача вторая. В трехзначном числе зачеркнули цифру сотен, затем полученное двузначное умножили на 5 и вновь получили исходное трехзначное. Назовите это трехзначное число. Допустим, это трехзначное число ABC, где А – сотен, Б – десятков, С – единиц. Если зачеркнуть первую цифру, то получится двузначное BC, где B – десятков, C – единиц. И если это число умножить на 5, то получится трехзначное ABC. Итак, в трехзначном А – сотен, Б – десятков, С – единиц. Так, а если двузначное умножить на 5, то получится 50B плюс 5C. Так, из этого равенства получаем следующее. Так, можно подобрать значения А, Б и С только в том случае, если С равно нулю. Если С 0, можно разделить обе части равенства на 5. Получится 2B, это 5А. А принимает значение 2, а Б 5. Значит, это число трехзначное 250. А 2, Б 5, а С 0. Ответ 250. Задача третья. При делении некоторого числа на 15 и 16 получились одинаковые частные. При делении на 15 получился остаток 10, а при делении на 16 нет остатка. Найдите это число. Обозначим это число за x. Вот надо найти число x. При делении на 15 неполное частное а, остаток 10. При делении этого числа на 16 частное а. Значит, x можно представить как 15а плюс 10, а с другой стороны x равен 16 умножить на а. Так, решая это уравнение, находим значение а. А 10. Зная а, можно подставить либо в первое равенство, либо во второе. И находим значение x. X равен 160. Это число 160. Задача четвертая. Чтобы выкачать воду из бассейна, поставили одновременно два насоса. Первый выкачивает в минуту 150 ведер, второй 120 ведер. Сколько работали насосы, если первый выкачал на 2400 ведер больше второго? Обозначим за x вопрос задачи. Это время работы вот двух насосов. Допустим, x минут работал первый, x минут работал второй. Первый выкачал больше на 2400. Решая уравнение, находим x. 80 минут, 1 час и 20 минут. Работали насосы. Задача пятая. Туристы переправлялись через реку в лодках. Когда в каждую лодку сели по 5 человек, то для троих не хватило места. Когда же в лодку сели по 7, то одна лодка оказалась свободной. Сколько было лодок?
Допустим, было x лодок. Если в каждую сядут по 5, троим не хватит места. Значит, туристов больше на 3. Так, а если по 7, то одна лодка останется свободной. То есть потребуется лодок вот x минус 1. Решая уравнение, находим значение x. x равен 5. Значит, было 5 лодок.